Как жаль, что такого заезда в принципе в природе быть не может. Еще одно интересное противостояние. Два желтых автомобиля у нас на старте, друзья мои. Это Михаил Фитюхин, Mitsubishi Lancer Evo 8. И Виктор Смирнов, ЗАЗ-965. Кто за Evo? А кто за Запорожец? И посмотрите, что происходит. Вы только взгляните на это, друзья мои. И Запорожец объезжает Evolution. Запорожец объезжает Evo. Evo. Это просто какая-то... Это просто...